В январе некоторого года, так получилось, 4 пятницы и 4 понедельника. Какой день недели 1 января? Да? Вторник. Почему? Смотрите, давайте выпишем все дни недели, например, как англичане. То есть воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Так, Коля намекает на то, что в Англии счет дней недели идет не с понедельника, а с воскресенья, да? На самом деле жизнь англичан от этого не изменяется. Нам то есть любой они в воскресенье день. Начинают. То есть любого дня недели начнем. И когда они заканчивают неделю? В субботу. В субботу они заканчивают неделю, если начинают в воскресенье. Мы начинаем в понедельник, заканчиваем в воскресенье. Но все равно от этого ни воскресенье больше, ни суббот больше, ни понедельника больше не будет, да? Выпишем просто некоторые подряд несколько недель, тебе 21 раз. 20? Зачем так много? Нет, ну 3 раза. 3 раза. И выделим, и просто вычеркнем. Ну просто любое число недели. А, наверное, мы не знаем, сколько в январе дней. Ну, давайте. Знаем, сколько в январе дней? Да. Сколько? 31. Да. Выпишем одну неделю. Больше и просто вот повычеркиваем понедельники и пятницы. Ну, поподчеркиваем. Да, чтобы вот, что... Здесь картинка какая? Да. Давайте я просто нарисую. Не надо рисовать, просто на камеру это будет плохо. Картинка очень простая, на самом деле. Примерно такая же, как на пианино. Если вспомнить ноты. Два. Смотрите, 7 нот. Да, до, ре, ми, фа, соль, да, там как там положено. Вот, 7 нот. Если взять так 4 раза подряд, да, то мы обнаруживаем очень простую вещь. Это 28 дней. Да, но для 31 дня осталось 3 дня. Так вот, эти 3 дня... Это вторник, среда и это 1, 2 и 3 января. 1, 2 и 3 января должны быть без... понедельников и без пятниц. А как, чтобы было 3 дня, а среди них не было? Это вторник, среда, четверг. Правильно. Значит, 1 января? Вторник. Ну, я должен сказать по-честному, в книжке спрашивали не 1 января, какой был день недели, а 20. Если 1 января – это вторник, как узнать, какое 20? А, смотрите, получается сейчас. А можно. А давайте просто из месяца вырежем 3 дня. Не понимаю. Грубо вырежем. Сейчас, вопрос задан конкретный. 1 января, вторник. Как узнать, какой день недели 20 января, да? Воскресенье. Почему? Ну, я просто взял и отрезал эти 3 дня, потому что они мне точно уже не понадобятся. Да. И просто посчитал, там будет 28. Что посчитал? Ну, количество недель. Количество недель? Ну, 4 недели, да. В 3 недели? Спрашивают про 20 число. Я говорю именно про 3 недели. 3 на 7 – 21. Да. А 21 будет понедельник. 21 будет понедельник, да. Ну, а мы отбрасываем 21. А 20 будет воскресенье? Да. Ну, вообще-то, конечно, мне удивительно, что вы так медленно это делали. Ребята, вообще есть стандартный способ. Вот, если вы знаете, что первое число – это вторник, да? Да. Вы могли сказать, что восьмое – тоже вторник. Восьмое – то есть, когда меняешь на 7 дней, с 1 на 8. И 15-е – это вторник. И 15-е – вторник. Да. Ну, на самом деле, конечно, действительно, после этого можно сказать, что и 22-е – вторник. Правда. Ну, а значит, 21-е – понедельник и 20-е – воскресенье. 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 Хорошо.